С целью организации трудоустройства подростков в летний период в округе созданы рабочие места на базе общеобразовательных учреждений. Весь июнь участники трудовых бригад занимаются благоустройством пришкольных участков и помогают учителям с уборкой кабинетов. Тему продолжит наш корреспондент. В Томилинской гимназии номер 18 школьники оформляют цветочные клумбы, высаживают кустарники и мульчируют почву опилками, которые остались здесь после опиловки деревьев. Мария Власенко омолаживает кусты сирени. Я хочу благоустроить территорию гимназии. Мы здесь пересаживаем цветы, убираем мусор. Наша территория становится красивее и лучше. Трудовая бригада 18-й гимназии состоит из 50 человек. Одни занимаются прополкой палисадников, поливают декоративные растения, убирают старую траву. Другие работают аниматорами в летнем городском лагере дневного пребывания и помогают по хозяйству внутри школы. В библиотеках дети работают, перебирают книги. Те книги, которые уже устарели, они идут под списание. Их надо тоже отложить в определенную стопочку. Работают по ремонту книг, опять же, подклеивают. Трудовые бригады организованы в 8 школах округа. В них работают 168 подростков. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.